Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Диваны Эксперты. Сегодня у нас на обзоре внешний карман Mayvo для жестких дисков и SSD 2,5 дюйма. На этот раз версия 3.0. Итак, давайте распаковываем коробочку, посмотрим, что у нас здесь есть. И интересно, собственно, сам карман. Так, давайте это в сторону. Сам карман, кабель 3.0, синенький, отверточка, винтики для того, чтобы закрутить сам карман, зафиксировать в нем диск. Так, наклеечки для тонких жестких дисков, либо SSD, потому что некоторые в комментариях пишут, что якобы там диск шатается. Так вот, в обзоре версии 2.0 я вставлял обыкновенный стандартный туда жесткий диск. И ничего у меня не шаталось. И вот такие вот штучки не понадобились. Но в версии 2.0, по-моему, этих вот подкладочек таких вот не было. Ну, здесь в комплекте они есть. Вот. Так, что еще? Есть даже инструкция, по-моему, которой не было в предыдущем кармане. Я просто не помню, честно говоря, по поводу инструкции. Но, по-моему, ее там не было. Так вот, версия 3.0 есть. Значит, карман 2.0 стоил 4 бакса, а этот карман стоит 8 баксов. Ну, 100 и 200 гривен. Этот 200. 3.0 стоит 200 гривен. Я так думаю, что кто не прям уж сильно там хочет сэкономить, то версию 3.0, конечно же, предпочтительнее, будет интереснее. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по этой самой комплектации. Кабель у нас запечатан в такой пакет, сразу видно, что никто не распечатывал его. Сколько же здесь его, наверное, сантиметров 20, что ли, 30. Ну, по-моему, 30 максимум. Где-то примерно так. Кабель довольно-таки толстый. В принципе, неплохой, добротно выглядит. По крайней мере, мне нравится, как он выглядит. Так, отверточка, это все дело мы пока в сторону. Давайте распечатаем. Вот такой вот карман. Металлический, естественно. Так, и вот сам у нас контроллер. Значит, берем вот так вот SSD, либо жесткий диск. Подключаем. Вставляем сюда, раз, и все. И он у нас упакован. Ну, вроде как, слушайте, вот, не шатается ничего. Ну что ж, переходим к второму этапу. Идем подключать это все дело к компьютеру. Ну что ж, подключил я этот карман к порту 3.0 компьютера. Лампочка загорелась. Диск в системе определился. Сейчас будем тестировать. Так, ну, сразу хочу сказать, что жесткий диск здесь немного покорёженный. У него есть там битые сектора. Но, тем не менее, в системе вот два раздела из четырех у нас из трех. Два раздела из трех у нас определились и открываются успешно. Так, ну что ж, давайте тогда попробуем протестировать, так сказать, этот битый жесткий диск. Вот нам диск J предлагает отформатировать, мы этого делать не будем. Давайте протестируем. Так, какая у нас там буква? Диска L и К, да? Так, а что-то наша программа
Crystal Disk Mark не видит этого диска. Давайте перезапустим ее. Так, отлично. К и L. Ну что ж, давайте К. Погнали тестировать. И вернемся с вами, когда тест у нас уже закончится. Хотя, в принципе, первый результат посмотрим, а дальше я поставлю на паузу. Лампочка на самом кармане мигает, что сейчас происходит чтение. Ну что ж, за кадром у меня мои жесткие диски, которые были в наличии, оказались нерабочими. Но я нашел еще один рабочий диск, выбрал блоки по 500 мегабайт. И сейчас вот такие вот тесты у меня проходят тоже на старом битом жестком внешнем диске. Ну, рабочих нет, позже как-то протестируем и на рабочих, когда они будут. Но в целом вот по USB 3.0 выдает на чтение 48 мегабайт, что очень даже неплохо. Меня лично это устраивает. Это в два раза больше, чем по USB 2.0 в предыдущих тестах и обзоре на нашем канале. Ну вот, запись 51 мегабайт. В общем, ждем окончания теста. Вот такие вот результаты теста с карманом Mavi USB 3.0 с вставленным в него жестким диском SATA 2,5 дюйма. 48 на чтение и 51 мегабайт на запись. Что, в принципе, для этого старинного битого диска очень даже неплохо. Я думаю, что на более современных, там, если дисках, хотя в более современных дисках, если вставить туда SSD, то скорости будут, конечно же, намного выше. Ну а в целом, вот этот красавчик стоит, мигает лампочкой, когда чтение происходит. В целом, я карманом очень даже доволен. Вот такой вот здесь диск стоит, 2,5 дюймов, собственно, в кармане, да. Что хочу сказать. В принципе, карман Mavi прошел свое боевое крещение. И я думаю, что для тех, кто хотел бы, допустим, там заменить в своем ноутбуке жесткий диск на SSD, вот, а старого диска сделать флешку, то такой карман вам с удовольствием поможет. Ну, а с вами был Диванный Эксперт. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.